Новогодняя ель – обязательный атрибут главного зимнего праздника. Долгие годы центральную площадь Одинцова украшала искусственная елка, которая с годами потеряла презентабельный вид. Теперь ее заменила новая конструкция, закупленная районной администрацией. Все нравится, что делаем, все нравится. Первый раз пришли. А с кем пришли? С малышом моим пришли, с Миланой. Украшением главного символа Нового года занимались десятки человек. Люди приходили целыми семьями и даже могли встретить известных районных деятелей. Это создает, прежде всего, праздничное настроение, доброе настроение, когда еще до самого Нового года больше двух недель. И я считаю, что акция будет и традиционной, и хочу, чтобы как можно больше наших жителей, горожан приходило сюда с семьями, с маленькими детишками и создавали эту красоту. Для новой ели заготовили несколько десятков игрушек, новогодних шаров, гирлянд и элементов иллюминации. Я сибирячка, я давно такую зиму ждала. Замечательное новогоднее настроение, радостное. Все хорошо, вот хотим узнать, получил Дед Мороз письмо, стесняется спросить. Желая разнообразить торжественное мероприятие, районные власти организовали съемки «Манекен-челлендж». Это флешмоб, который начал набирать популярность во всем мире с октября этого года. Группа людей замирает в разных позах, а между ними перемещается оператор. Теперь к акции, в которой приняли участие уже тысячи человек по всей планете, присоединился и Одинцовский район.